Здравствуйте, дорогие зрители. Кинескоп Slim Samsung вышел из строя. Одна из пушек приказала долго жить. Вот такой вот телевизор. И пришлось его менять. Ну, так как кинескопы Slim достаточно дефицитные, то пришлось сюда устанавливать обычный плоский кинескоп. И вот решил поделиться результатом художеств. Чтобы горловина его поместилась, пришлось прорезать отверстие. Вживить вот такую пластиковую посуду, но этого оказалось мало. Пришлось гнуть крышку, потому что она очень плотно прилегала, еще сантиметра 3 не давала подвинуть. Ну, как получилось. Назад телевизора никто не смотрит, поэтому на это закрываем глаза. Вот такая работа сегодня получилась. Сейчас включим, посмотрим, как он показывает. Кинескоп Hitachi нашелся. Да, такой стробоскопический эффект. Території і до кордону, а також закликав негайно допустити туди міжнародні гуманітарні місії, зокрема Червоного Хреста і організацію лікарів без кордонів, і звільнити усіх українських заручників, зокрема Надію Савченко і Олега Сенцова. Сторони домовилися про наступну зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки у кінці січня 2016. Звісно, прийшлося вирішити проблеми не тільки механічної установки. Отклоняющая система не менялась, отклоняющая система отличается, и кадровые катушки, и строчные катушки. Пришлось подбирать режимы кадровой развертки, и строчной развертки, контролировать напряжение накала, ускоряющее, напряжение питания в виде усилителей. Все это может меняться при другой отклоняющей системе. Поэтому было достаточно интересно проделать. Так что, кто хочет, не бойтесь и делайте. Все это получается.